Слышь ты! Ух ты! Идеи, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Стрелок, Макс, Халькер, Данил Топ. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». 6 аниматроников и 2 охранника. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Серега, закрывай двери. Слышишь, как кричат? Так, ребята, сегодня у нас будет очень сложная ночь, потому что очень много аниматроников, и мы с Серегой вдвоем, мы должны максимально долго продержаться. Напишите в комментариях, сможем ли мы продержаться хотя бы 5 минут, не проиграв. Я вообще думаю, нам стоит ли открывать двери, или будет вся серия закрытыми дверями? Думаю, капец, аниматроник. Прям жестко, закрывай. Так, ушел. Ой, закрыл. Серега, я виноват. Я сделал не так, как надо. Кстати, ты обратил внимание, поменялись скримеры. Раньше этой анимации не было никогда. Так, продолжаем. Надеюсь, сейчас Серега... Кто написал, что мы не сможем? Мы не смогли. Жалко, что не смогли. Жалко, очень жалко. А знаешь, у кого еще жалко? У пчелки. Серега, ты что в противогазе стоишь? Ты что, воздух кто-то испортил? Да ты пердунул, вот ты. Нет! О, а кто это тогда? Магическая мангл пришла и издает конченые звуки, которые нам больше всех нравятся. Так, надо быть очень внимательным. Этот аниматроник нас уже убил. Все. Ой-ой-ой, 8-битная бэби идет. Быстрей. Кстати, она вроде не может убивать. Нет, может, да? Может. Так, есть там кто-то? Открывать? Нет, не открывай, там сидит. Ой, я успел. Вот здесь никого нету, Дим. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся хорошим настроением поднять вам жизнь, гениально сказал, опа. Слышь ты, вали отсюда. Спринтрап, ты что тут полы нам вытираешь новые? Мы только здесь паутину не поубирали. А ты снова свою гниль тут бросаешь. Так, Серега, я внимательно буду сейчас смотреть, если смогу. Он чуть не запрыгивается на этот стол. Ага, не хочет, хорошо. Фух, я хотел только дверь открыть. Так смотри, они все со всех сторон лезут. Да надо... Офигевшие, а? Тогда. Я буду наказывать их скоро, если они так будут сейчас. Жестко. Красными гранатами накидаем. Да, пердежными гранатами. У меня целый ящик есть, Дима. Так. Че, открываем, не? Вот я даже не знаю, есть там... Да, блин, на стол? Давай я открою. Закрывать! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опа, а ты что сам себя убил? Выходи, подлый трус. Пошел он. Нам тут только нужны охранники, аниматроники здесь не должны быть. Опа, пришел и сидит своими ластами вонючими. Фу, блин, воняют ноги, иди помой с мылом. Жестко. Серега, не получается, да, на стол запрыгивать? Раньше можно было. Не, можно, я запрыгивал. Сейчас, во. О, да ладно, я не могу. Ты можешь. А ну давай еще с разгону. Отсюда. О, смог. Так. Так, ну вроде здесь никого нету, я открываю. Закрывай! Меня съели, Дима. Серега, ну что ты такой неаккуратный, как я? Я буду их сейчас наказывать. Так, эту дверь не открывай, которая сзади тебя. Так, никогошеньки. А что это за ящик ты взял? Что, уже ящик появляется, когда их спамишь? Пердежная граната. Это я в Entity патроны взял. А что, так можно было разве? Да. Вот. Отлично. Ну все, сейчас наказывать. Только, Серега, ты ж нам под ноги не бросай. Не-не-не-не-не, как отойдут эти пердежники. Хорошо. Он там сидит, смотри. Эй, ты как сюда пришло? Я сам не знаю, я как-то прошел. Ох, слышь, ты хитрый. Дай ему построча, лупаш его. Нельзя ходить здесь, можно только веселиться. Так, а ну там кто-то есть? Открываем. Вот говно. Чуть-чуть кинул близко, но вроде бы не доходит до нас. Чё за звук, ты слышишь? Это пингвин вонючий. Так, на.
Так будет с каждым аниматроником, кто будет приходить к нам. Бауди, ты что здесь забыл? А ну, давай, пошел, уходи отсюда. Давай, давай. Опа, успел. Пошел он. Ты смотри, понаплаждаются тут ходят. Вонючки, ну все. Так, здесь. Че, никого? Здесь? Нет, подожди. Открывать? Подожди, подожди. Вижу, 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 вижу. Ребята, надо быть очень внимательным. Да вы задрали, а-а-а. Серега! Он, я ослеп, Дим, я ослеп из-за него. Я пока не возрождаюсь, потому что, мне кажется, я буду умирать. Ого, их дамажит. Они тут умирают все, Серега. Ой-ой-ой, это веселье, мне такое нравится. Аниматроники все сдохли. Так, выходите с нашего офиса, мужики. Они застряли. Я вам сейчас помогу. Серега умеет помогать в таких случаях. Спасибо. Закрывай. Ты. Нифига себе, у тебя тут колешни какие-то здоровенные, нереально большие. Ого, ты тут аж ветер делаешь, ты че так машешь? Ё-моё, она вот это лупашит. Ты успокойся, псих. Я так верю. Так, я возьму тоже Серега пригвождатель. Мне кажется, будет прикольно. Так, я вот. Я попробую через стену их мочить. Да, я застрял. Так. Дима, застрял? Копьё. Ой-ой-ой, по животу. А вот таких аниматроников я буду наказывать, Дима. Давай, на тебе, щенок. Уходи, нафиг. Уходи, уходи. Пошёл. Слышь ты! Слышь ты! Ух ты! А каким ты дверь ударил маринеткой? Так, хорошо, Серега. Они хотят проблем себе нажить. Мы сейчас вам устроим райскую жизнь. Они хотят войны, они ее получат. Тихо, 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 на тебе, щенок. Я запоминаю их всех в лицо. Всех аниматроников, кто нам делает больно, я всех запоминаю. Вам не выжить. Слышь ты, выходи. А, он уже не выйдет. Они... С колючками, да ладно. Да как? Я не знал, что с колючкой можно ходить. Так это вот этот аниматроник особенный, он же худяшка. Ну да, 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 его такое не берет. Так, ой, я? Пригвождатель есть, успешно взят. Так, Серега, внимательно. Угу. Ты что себе выдаешь? Вот копья. Что? А я пригвождатель, короче, будем пригвождать и копьями фигачить. Так. Все, я думаю, можно открыть. А хотя нет, стой, нет. Не-не-не-не, я вижу, там стоит челепиздрик, надо внимательно. Блин. А с этой стороны можешь посмотреть? Блин, а, оно сейчас спадает, получается, туда нельзя подойти. Так, нет, можно. Тут, да тут вроде никого. Я уже боюсь открывать. А тут Бонька. Да как ты через стекло попадаешь, молодец. Молодец, Сережка, молодец. Давай, вощенок вонючий. Ха-ха-ха, мы с тобой вдвоем живем. Настроение, ребята, классно. Надеюсь, вы сейчас сидите, кушаете вкусняшки и улыбаетесь, и веселитесь, как мы, потому что эта рубрика самая офигенная на нашем канале. И больше всех вам нравится. Вы выбрали ее на стриме. О, злятся, как аниматроники, Дим. Да, ребята, не забывайте, что сегодня у нас... После выхода ролика будет стрим. Не пропустите. Кто у нас тут стоит? Красавчик, а? Фантайм... Ой, тьфу, этот... Как его? Фантайм... Нет. Ну-ка, вспоминай, Сережечка. Кто же это у нас? А, ну-ка. Да, я запрыгну. Серега, не открывай. Там Фокси стоит. А с этой стороны кто у нас стоит? На тебе по животу. Слышь, там у него кишки из жопы полезли. Вот, мои копья что-то делают. О, никого нету, можно вроде открывать. Сзади тебя дверь, которая. О. Нет, блин, а, это был скример. Слышь, он в доли секунды успел. Молодец, вот это профессиональный. Реально испугал, скримачок такой стремноватый. Ой, смотри, сел спиной к нам. Неуважение к нам проявляет. Давай, Серега, фигачь его копьями. О, какой страшный. Не, они не пробивают его. Твистед Фредди. Фредбер, я уже забыл, как его. Мне надо прям впритык у стекла сесть, смотри. Давай, я отойду. Не проходит. Не О, пойду. Проходит. Не пойду.
Проходят. Ого, тут копии ты накидал. Это ты себе их накидал? Я парочку взял себе. Тоже хочу кинуть. А ну, иди сюда. Прикольно. Через стекла кидается. Это прикол. Мне это нравится. Все, ушел. Пригвоздитель. С другой стороны. Давай. По животу ему. Ребята, нельзя подходить. Сегодня у нас агрессивный. У нас, кстати, копья отравленные. Отрава фигачит. Дима, ты смотри, я ему уже пузо продырявил. Ого, это ты копьем. Давай, сейчас мы тебе фотогеничество ее испортим. Посмотри, сколько копий. Ого. О, давай, Серега, мы немножко себе облегчим задачу. Да. Мы сделаем двери прозрачные, но при этом они физически существуют. Да, так как вас много, мне кажется, так будет прикольнее даже. Смотри, тут чьи лапки торчат из-за стены. Ах, ты хитрый жук, нельзя. А ты можешь через дверь попробовать? Серега, ну что ты наделал? А ты когда краешком торчишь из двери, он может тебя убить. Просчитывается. Хитбокс, короче, пролазит твой чуть-чуть. О, давай свет еще. Ой. Свет еще хочу включить, чтобы нам видеть лучше. Эй, мы сейчас тебе поможем. Уходи. О, Фокси пришел. Че тебе надо у меня дома? Смотри. Боится. Давай, боится. Танцуй чамбу. Танцуй. О, да ладно, так я его убил. Я ему по мизинцу заехал. Нельзя. Смотри, как зато расслабился. Смотри, как сидит. Отдыхай теперь, сиди на зарядке. Все, пропал. Выходи. Давай. О. Тихо. Балунбой лазит, психичка. Я вижу его здесь. Балунстрой? Внимательно, внимательно. Он уже с этой стороны, тут он быстрый. Ты чё такой резкий? Успокойся. 9. У нас 9. Есть против тебя очень сильное оружие. Вообще, у нас есть оружие, которое может убить всех аниматроников на карте. Давай. Читер, ВХ включил и всё. Опа. Молодец. Наша школа. Опа. Марионетка. Ты какая психичка. Вы чё такие неадекватные марионетки, аниматроники? Ого, этот... Они прям по очереди приходят, чередуются. Да. У вас что-то туалет. Давай, выходи, быстро. Идите работайте в пиццерию. Чего вы нас пугаете? Я иду на работу в пиццерию. Подписчиков пугать, детишек веселить. Так, Серега, смотри, что у меня есть. Не хотел тебе показывать, что у меня есть. Пепси будешь? О! Только осторожно, на стол надо поставить его. Тихо. Надо очень осторожно. Так. Ой. Да блин, что такое? Я говорю, осторожно надо. Оно что-то неосторожно ставится. Тихо. Ой, а что она не пролазит? Дай-ка я. Да блин. Это было жестко. Говорю аккуратно. Хорошо. На стенку. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. И посмотрите мои ролики еще. It's delicious.